Спонсор программы «5 минут» – салон «Все для музыкантов». И снова здравствуйте, в эфире вновь программа «5 минут». Я рада приветствовать вас вместе с компанией, которая вот уже 12 лет радует своих посетителей огромным количеством музыкальных инструментов, звуковым и световым оборудованием, различными аксессуарами, ну и, конечно, доступными ценами. А в преддверии Нового года у них, как всегда, для вас готов новогодний сюрприз. По старой русской традиции, каждый из нас привык все откладывать на последний момент, в том числе и покупку подарков. Но намного удобнее и выгоднее приобретать подарки уже сейчас. В свою очередь, хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом и сообщить о том, что салон «Все для музыкантов» вновь приготовил сюрприз для всех своих покупателей. В канун всеми любимого праздника Нового года каждый посетитель нашего салона имеет уникальную возможность приобрести полюбившийся или понравившийся инструмент с 50% скидкой. Для шумной компании набор барабанов, которые не только будут радовать вас своим этническим звуком, но и займут достойное место в вашем интерьере. А для тех, кто любит встречать праздники с размахом, в салоне «Все для музыкантов» есть сюрприз – комплект звукового оборудования. Для любителей диджеинга – виниловые и CD-проигрыватели. Ну а заиграть красками ваш праздник сможет с помощью световых лазерных эффектов. Кроме того, для работы на компьютере в салоне «Все для музыкантов» представлена целая витрина звуковых карт. А если же вы весь год мечтали об электрогитаре, не упустите возможности стать ее счастливым обладателем всего за 1500 рублей. И не забудьте как можно скорее присмотреть сюрприз для друга, ведь такие выгодные подарки могут быстро закончиться. Наступающий праздник позволяет заняться поиском подарков не только для родных и близких, но и для себя любимого. Ведь лучшего повода для праздника не найти. Так позвольте подсказать вам, где найти такой подарок, который будет достоин собственного внимания. В салоне «Все для музыкантов» есть абсолютно все необходимое, как для начинающих музыкантов, так и для профессионалов, для истинных ценителей музыки, для творческих и талантливых людей. Если вы подарите вашему ребенку синтезатор с подсветкой клавиш, то ваше чадо легко и без труда сыграет вам новогоднюю ночь «В лесу родилась елочка». Тем более, что сейчас такой синтезатор стоит 5673 рубля. А для ученика музыкальной школы или училища можно выбрать отличный вариант цифрового пианино. Тем более именно сейчас их выбор действительно огромен. Новинки от японской фирмы Casio, клавиновая Yamaha, пианино Kawai. Для композиторов и просто любителей создания аранжировок фирмы Korg и Yamaha предложат вам действительно качественные и опциональные модели рабочих станций, возможности которых реально безграничны. Наступающий праздник позволяет заняться поиском подарков не только для родных и близких, но и для себя любимого. Ведь лучшего повода для праздника не найти. Так позвольте подсказать вам, где найти такой подарок, который будет достоин собственного внимания. В преддверии главного праздника в году салон «Все для музыкантов» позаботился о том, чтобы помочь вам не только в обеспечении профессиональной концертной программы, но и в создании настоящего театрализованного шоу. Ну а теперь, пожалуй, самая фееричная часть нашей программы, которая даст возможность прямо сейчас получить приятный подарок от салона «Все для музыкантов» за правильный ответ на наш конкурсный вопрос. По какой специальной цене в салоне «Все для музыкантов» сейчас можно приобрести электрогитару? 1500 рублей, 5000 рублей, 10000 рублей. Присылайте ваши ответы на пейджер и получайте приз. А на этом эфирное время нашей программы подошло к концу. Как всегда, дамы и господа, надолго не прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Так что до скорого и пока.